У котенка по имени Пип есть замечательная история о любви к жизни. Он неуклюжий и не может ходить по прямой линии, но этот малыш абсолютно счастлив и не хочет, чтобы люди его жалели. Когда Пип родился, его разлучили с мамой-кошкой и немедленно отвезли в больницу, где ему дали кислород, чтобы помочь бедняжке дышать. После многих часов интенсивной терапии маленький комок шерсти вернулся к жизни. Он еще был очень слаб, поэтому один из сотрудников забрал его к себе домой, чтобы продолжать заботиться о малыше круглосуточно. В течение долгих недель ветеринары не были уверены, выживет ли он. Когда Пип стал больше, спасатели заметили, что у него были проблемы с ходьбой, и он падал каждый раз, когда пытался встать. Несмотря на то, что у него тяжелая болезнь, ему понадобится пожизненная помощь, котенок всегда был в хорошем настроении. Все, чего он хотел, это играть и обниматься со своими опекунами. Когда мужчина по имени Кармело приехал в больницу, он увидел маленького кроху, который только что принял ванну и был завернут в полотенце. Я был очень удивлен, насколько он был маленьким. Он посмотрел на меня с неуверенным любопытством, поделился Кармело. Он мгновенно влюбился в крошечного Пипа и в ту же ночь отправился штудировать интернет, чтобы узнать все о котах. Кармело был настроен решительно и хотел обеспечить этому маленькому приятелю прекрасную жизнь, которую он заслуживает. Уже в январе Пип переехал в свой новый дом к самому любящему и заботливому хозяину. С каждым днем действия котенка становились куда скоординированнее. Кармело помогает котенку есть, придерживая, чтоб он не упал. Пип ест из специальной посуды, которая сделана из мягкого силикона, чтобы защитить его зубы. Прошло уже 2 года с тех пор, как Пип обрел свой постоянный дом. Он вырос и стал сильнее, чем когда-либо. Этот прекрасный кот живет полноценной жизнью и не ощущает дискомфорта, ведь рядом всегда есть те, кто его поддержит. История Пипа еще раз доказывает, что можно быть не идеальным, но не терять любовь к жизни. Особенно если рядом есть те, кто в любой момент готов протянуть руку помощи. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал и ставьте лайки.